Валерий Кузьмичев и Андрей Астафуров вместе всего полгода, но уже вышли на танцевальный паркет. На кону Кубок губернатора. Их прежние партнеры не выдержали соревновательного напряжения и ушли из спорта. Валерий и Андрей мечтают о международном уровне. Но сначала предстоит доказать свою состоятельность на чемпионате Приволжского федерального округа. Соревнования проходят параллельно с Кубком губернатора. Притерка произошла. Ну, очень хорошо. Нашли общий язык, конечно. Да, практически да, сразу. Да, очень схожие мнения во многом у нас. Вот, конечно, как у всех есть разногласия. Вот, но мы как постепенно справляемся с ними. Вот, и двигаемся вперед, несмотря ни на что. Жемчужина Поволжья разыграли 450 пар из 27 регионов России в 7-й раз. Это самое большое соревнование в Самарской области по танцевальному спорту. Ведущие спортсмены страны выбирают этот турнир не случайно. Привлекает многообразие призов в разных возрастных группах и за разные танцевальные программы. Каждый турнир – это квинтэссенция той работы, которая проводится годами педагогами вместе с детьми и их родителями. Потому что существует великое триединство – педагога, ребенка и родителей. И если это все подкрепляется в едином таком порыве, то достигаются результаты. Соревнования шли 3 дня. Судьи сначала оценивали танцевальный спорт и акробатический рок-н-ролл в номинациях «Взрослые и молодежь», а также европейская и латиноамериканская программы. В третий день жюри поделило участников на 2 категории – любители и профессионалы, где определило своих чемпионов. Сюда съезжаются сильнейшие спортсмены Российской Федерации для того, чтобы показать, в общем-то, свои умения и посоревноваться с целью выявления сильнейшего. Как всегда, очень красиво. Красивая музыка, красивые пары, прекрасные костюмы, очень эстетическое зрелище, но очень серьезная конкуренция, строгое судейство. Кубок губернатора по танцевальному спорту – турнир демократичный. Побороться за призы приезжают как начинающие спортсмены, так и именитые танцоры, мастера спорта, чемпиона страны. Судьи рассказывают, сами трепещут от восторга, оценивая финал, когда шестерка лучших из лучших буквально парит над паркетом. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков, «События».